ребятки, привет. Приехала посылочка довольно-таки немаленькая, тут немножко надорванная, но это я ее надорвал, скажу по секрету. Фоне кассы здесь написано, то есть чехольчики. Я очень много жду, потому я очень даже не удивлен, что чехольчики приехали. В общем, я их вскрою, посмотрим на их качество. Это миньончики. Ну, по-моему, миньончики. Да, это миньончики. Здесь больше ничего нету. На iPhone 4, по-моему. Значит так. Рисуночки я вам выложу. Они в отдельных упаковочках. 5 штук. 5 миньончиков. Фотографии вы посмотрите там внизу под ссылочкой. Под видео ссылочка будет. Так, если я не ошибаюсь, да, это 4 iPhone, потому что 5 он больше, да. Чехольчик на 5 большой. Значит так, по качеству. Пластик, такой жесткий пластик, этот ровненький, потому что мне были приходили плохие, этот ровненький, этот тоже ровненький, этот тоже довольно хорошего качества. И этот тоже. В общем, всем спасибо за просмотр, ребята. Подписывайтесь на наш канал. У нас еще будет много посылочек, если вы хотите попасть в наш видеообзор. Заказывайте свои посылочки. По ссылочке вы можете увидеть, где можно заказать. Наша страничка ВКонтакте. Наша группа тоже ВКонтакте. Там есть много всяких видов посылок, которые можно заказать. Вам там точно понравится. Если у вас какой-то там телефон любой, на любой телефон у нас есть чехольчики. В общем, заказывайте, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, пока!